В Омске полицейские задержали мужчину при попытке продать револьвер. 48-летний Амич пришел на хитрый рынок с раритетным оружием времен гражданской войны. Сотрудники уголовного розыска опросили задержанного и установили, что он работает электромонтером на предприятии. В свободное время занимается коллекционированием старинных вещей. В 2010 году он обменял погоны своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, служившего медработником, на револьвер калибра 5,6 мм 1924 года выпуска. В этот день он пришел на рынок с целью продать оружие, но был задержан сотрудниками полиции. Баллистическая экспертиза установила, что револьвер находится в рабочем состоянии и пригоден для стрельбы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Сейчас любителю старины грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо до 4 лет лишения свободы.